В этом году студенческие отряды отмечают 60-летие со дня своего основания. Как и в прежние времена, юноши и девушки трудятся в них по разным направлениям, приобретая профессиональный опыт, получая на руки первую трудовую книжку и зарплату. У нас существуют и медицинские, сервисные, производственные отряды, строительные отряды, педагогические отряды, сельскохозяйственные отряды. Вот. Ну и надеюсь, что в этом году мы немножко расширим деятельность Ленинского районного комитета БРСМ и, скажем так, найдем для ребят много новых принимающих организаций, в которых они будут осуществлять свою первую трудовую деятельность. В рамках проекта «Выбираем студотряд» и в преддверии открытия третьего трудового семестра представители Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно посещают учреждения образования города. Они рассказывают об активной жизни студенческих отрядов, их истории и традициях, а также о возможностях самореализации для каждого. На этот раз мероприятие прошло на базе Брестского филиала колледжа бизнеса и права. Это уже традиционная акция, ежегодно проходит в преддверии открытия третьего трудового семестра. Дает возможность ребятам познакомиться с различными студенческими отрядами, их направлением, спецификой работы в этих студенческих отрядах. Вообще акция пользуется большой популярностью среди ребят. Очень большой процент заинтересованности в трудоустройстве летнем. Стараемся максимально помочь ребятам. Уже второй год все совершеннолетние учащиеся колледжа, при их желании, они трудоустроены. Очень хорошо, что приходят представители БРСМ, рассказывают нам о нашей будущей трудовой деятельности, дают нам информацию, мы можем узнать эту информацию, что-то для себя важное отметить. Не каждый работодатель возьмет в таком возрасте на работу, и очень сложно устроиться, но как бы здесь предоставили вот такую возможность, и это очень-очень хорошо. Итогом мероприятия стало то, что многие из учащихся колледжа определились, по какому направлению деятельности хотели бы работать летом, а также оставили свои заявки на вступление в студенческий отряд. Ведь помимо трудовой деятельности, это возможность общения и новых знакомств, участие в различных творческих проектах и дальнейшего саморазвития.